20-й Российский онкологический конгресс проходил с 15 по 17 ноября в Москве. Российский онкологический конгресс – крупнейшее национальное мероприятие по онкологии, в котором принимают участие тысячи специалистов из России, Европы и стран ближнего зарубежья. Конгресс проводится Российским онкологическим научным центром имени Николая Николаевича Блохина и Российским обществом клинической онкологии под эгидой Ассоциации онкологов России и председательством главного онколога России академика Михаила Давыдова. В рамках 20-го конгресса, который по традиции проходил в Международном выставочном центре «Крокус Экспо», состоялась медико-социальная дискуссия «Рак желудка. Взгляд из точки невозврата». Ее модераторами были член-корреспондент РАН, руководитель отделения абдоминальной онкологии Центра имени Николая Николаевича Блохина Иван Стелиди и известная телеведущая Светлана Сорокина. В дискуссии принимали участие онколог, доктор медицинских наук Сергей Нерет, гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Алексей Самсонов, онкогенетик Людмила Любченко, эндоскопист Сергей Кашин, а также представители страховой медицины.